папа по работе, по его компании. Ну, не знаю, будет что-то, не будет. Будет какой-то влог, не будет влога. Сейчас пойду в машину зайду, причешусь и пойду обратно. Бусечка стоит махонькая, красивенькая. Гляньте, какая бусечка там стоит. Гляньте, какая красивенькая. Где-то 3-4 конкурса, и по идее все заканчивается. Ветер, у меня все разлетается, и платье, и волосы, ужас. Я приехала, все, меня подстригли, я теперь красотка со стриженными волосами, отстригли мои сухие кончики, длина, в принципе, не очень сильно ушла, пока что пойдет, если я захочу дополнительно, я еще съезжу, вот, это не проблема. Доброе утро, следующий день, и сегодня будет что-то опять новенькое, надеюсь. Кофе, мой друг. Ну что, сейчас отправляемся в город Русаш. Перед тем, как попасть в Русаш, нужно еще было заехать в Татарин. Это Каменский район. Вот так вот выглядит 2500. Вот эта вот штучка стоила 2000. Ну нет, это уже старенькая, новенькая стоила 2. И поменять 500 рублей. Конечно, на ноутбуке сломалась моя клавиатура. Штатные, мне перестали нажиматься вот 8, Ш, Л, Б, что-то еще, контролы тоже не отзывались, перестали в конце, кстати, до этого не работали, вот, и мне же поменяли на новую, это уже новая, вот она старая, бэушная, и вот вам ничего не кажется разным, ребят, вот, типа, это оригинальная, это уже копия, какая-то подделка, соответственно. Вот если посмотрите внимательно, здесь буквы, как будто бы вот они оригинальные шли, только, видать, английская раскладка, а русские уже как будто бы сами напечатанные. То есть вот они как продавалось, как планировалось и как оно есть сейчас. Мне, в принципе, все равно, я и могу без глаз, скажем так, печатать свободно.
слепым этим печатать. Но, блин, такой вот моментик. Я бы их переставила, но я боюсь, что если я буду так вот снимать, я просто ее отломаю, и типа я не вставлю обратно в пазы. И плюсом неизвестно вот эти вот клавиши, что с ними стало. Там механизм сам или именно на вот эти вот клавиши что-то там произошло. Я, кстати, отклеивала тут парочку, смотрела, ну вот, которые не работали. Вот, и это с легкостью снимается, но непонятно, что там будет в итоге.